Интернет-магазин Pets Cage. Забота может стать экономной. Всем привет! Интернет-магазин Pets Cage предлагает видеообзор дверок компании Ferplast. Компания Ferplast выпускает дверки разных размеров. Наш сегодняшний видеообзор попала самая большая дверка Swing 15. Дверки бывают только коричневого или только белого цвета. Рассмотрим вот эту дверку, что она из себя представляет. В картонной коробке у нас инструкция. В коробке у нас инструкция на большом количестве языков, в том числе и на русском языке. Специальный шаблон для того, чтобы мы знали, какое отверстие надо проделать в стене или в двери. Установочный комплект, заглушечки, саморезы. И, собственно, вот сама дверь. Дверка состоит из двух частей. Вот эта вот рамочка на обратную часть дверки или стены. Вот это основная часть дверки. Прошу обратить внимание, что у нее 4 положения. Полностью закрыта, вот как сейчас. Полностью открыта в одну и в другую сторону. Только вход. Или только выход. Дверка оснащена специальной притворной рамкой для предотвращения сквозняков. На боковых сторонах этой дверки есть металлические скобочки, которые фиксируют дверку в нижнем положении. То есть вот собачка прошла, дверка опустилась и зафиксировалась в нижнем положении. Рамка автоматически закрывает щель, которая есть между пластиковой дверкой и наличником. Для того, чтобы уменьшить теплопотери, можно использовать две таких дверки с одной стороны стены и с другой стороны. Интернет-магазин Pets Cage рекомендует дверки компании Ferplast.